Так, друзья, всем привет! Сегодня, короче, поговорим про телефон Blackview BV8800. Хожу с ним уже определенное время. Хотел снимать сразу распаковку, даже начал ее снимать, когда получил его. Но потом понял, что таких видосов хреново куча на YouTube. Поэтому заливать очередное бесполезное видео на канал, ну, не вижу смысла, тем более на ресурс YouTube. То есть открывайте, смотрите, там их Лапенко уже обозревал, или как его там, я не помню, кто их уже распаковывал. Ну что, открыть коробку, показать комплектацию, рассказать все, что написано на коробке, все его характеристики, это понятное дело. Особо ума не надо. Сегодня я хочу вам, после определенного времени пользования телефоном, хочу вам рассказать свое мнение, все его плюсы, все его минусы, и вы уже сделаете вывод, нужен ли вам такой телефон или нет. Скажу сразу, вес у него 270 грамм, очень приличный, и первое время от него даже очень сильно устает кисть. Относится к плюсам или к минусам, я не знаю, я уже привык к нему, это нейтрально. Аккумулятор 8350, наверное, 8000 ампер-часов. До этого у меня, значит, были два предыдущих телефона, назову это Realme 6, и до него было Honor 7C. Вот, значит, при интенсивном использовании я видосики, игрушки, навигатор и так далее, я их заряжал по два раза на день, даже с коробки. Этого же телефона я его зарядил вчера вечером, посмотрел 40-минутную серию сериальчика на нем, на ночь не выключал, не переводил в авиарежим и ничего. Он лежал у меня, утром взял, сегодня целая обильная, значит, эксплуатация телефона. Я даже не буду искать сейчас, сколько я его пользовал после зарядки. Ну, может, поищу сейчас, если попадется момент, покажу. Но вот так. Вот так вот. То есть, я считаю, что это нормально. В данный момент он у меня находится в силиконовом чехле с Алиэкспресса. Просто чтобы не царапать корпус, хотя он, я думаю, не будет царапаться, но больше для того, чтобы вот пятачок наклеить для магнитных держателей. И да, магнитные держатели его держат. 270 грамм, некоторые, значит, в трех машинах он у меня держится, в одной держится хорошо, хороший дорогой держатель, то есть крепкий там он держится, в одной он подвисает чуть, ну то есть как бы магнит держит, но сам шарнир, все зависит от вашего крепления. И на экран наклеена гидрогельная пленка, гидрогель. Вроде как защищенный экран, вроде как он противоударный, водостойкий, но чем черт не шутит, лучше наклеить пленочку. Тем более относительно недорого, 1750 рублей на одну модель. Так, значит, из курьезов что? После я себе заказал телефон с Алиэкспресса в то время, когда он на Озоне лежал за 40 тысяч. В это время я его на Алиэкспрессе в официальном магазине заказал за 19600. Через неделю, не через неделю, а как он пришел ко мне, через месяц я заказываю его, значит, своему другу. И заказываю его за 13200 по падению курса доллара. То есть вообще, можно сказать, задешево. 8128, 8 оператив, 128 встроенной памяти. И самое смешное в том, что я заказывал себе оранжевый. То есть должна быть подтемляк оранжевая. Вот здесь должны быть вставочки оранжевые, кайма экрана оранжевая должна быть. Мне прислали черный. Кореш мой решил заказать черный. Ему заказали черный, прислали оранжевый. Вот. Но он ему очень понравился, и он реально симпатичный. Если будут фотки, вставлю, покажу, как он выглядит. Разница еще в том, что у меня вот эта алюминиевая планка, она из темного алюминия, у него из светлого. В принципе, больше никакой разницы. Значит, погнали по минусам. Нет флешки, это реальный минус. На Realme 6 у меня стояло 128 памяти и еще 64 флешка стояла. Но манипуляциями там с телеграммом памяти сейчас нормально, все хватает. То есть отпечаток пальца работает корректно. Face ID тоже работает корректно, довольно-таки на большом расстоянии. И, блин, даже в темноте хорошо работает Face ID.
То, что кто-то говорил, что не отключается 90 Гц монитор, не переводится на 60, очень плохо. Я слышал, кто говорил, я не вижу вообще в этом никакой проблемы, что он постоянно в 90 Гц. Мне без разницы. 90 так 90. Разряжается быстрее аккумулятор? Не знаю. Я не ходил с мощными аккумуляторами, поэтому это мой первый телефон с мощным аккумулятором. Мне вообще его за глазище... Все меню настраивается под себя, все отлично. Водонепроницаемость. Я пробовал, кидал его в воду. Причем кидал с высоты своего роста. Доставал его с воды минут через 5. Все работает, все отлично. И единственное, что ему в течение там, 15-20 минут надо просто полежать, чтобы с динамика вышла вода, иначе он подхрипывает. Подхрипывает, плохо слышно. Но все вышло, не дул, не стал дуть, потому что можно повредить мембрану защитную, можно повредить динамик. Погнали минусы. Минус еще один, это вот этот вот клапан зарядки. Если вы сейчас обратите внимание, видите, он у меня чуть-чуть торчит. Я не закрываю один угол до конца, чтобы можно было его просто взять и открыть для зарядки. Начнется дождь, я точно помню, я его придавлю, либо закрою плотно. То есть, без посторонней помощи клапан этот открыть невозможно. Либо длинные ногти нужны. Так, по программируемой кнопке. Значит, запрограммировал я эту кнопку. Одно нажатие, значит, это навигатор у меня. Два нажатия запускает фотогалерею. И длинное нажатие запускает программу для... детских часов. Вы можете настроить либо, ну, по-своему, там приложение и так далее, либо виджет какой-то запускается. Изначально я настроил на одно нажатие, чтобы работала камера. Но случайно я заметил, что в любом режиме, если взять кнопку включения, она же сенсор отпечатка пальцев, если ее дважды нажать, смотрите, сейчас покажу вам, то запускается камера. Быстрее ли она или медленнее запускается, чем с этой кнопки, нет, одинаково. Поэтому, кто не знал, пользуйтесь. Дважды нажимаем, запускается камера. По камере. Снимал, значит, на эту камеру я соревнования по оффроуду и очень был огорчен тем, что при режиме видео 1080p, если включать HDR, то видео дергается. Причем дергается выборочно. Можете посмотреть, я ссылочку оставлю в описании, наверное, под ролик. Какие-то моменты прям кропается очень сильно, то есть начинает кадр дергаться. Какие-то нормально. И только потом я выключил HDR и дальше начал нормально писать. По зарядке, опять же, я день отходил с телефоном, и следующий день я интенсивно использовал. Следующий день я целый день отснял оффроуд, и то есть как бы его хватило. Он под конец дня только разрядился. Я уткнул в машине на USB-шник, 10 минут постоял, и мне хватило заснять заключительные кадры. То есть очень хорошо. По зарядке 30 Вт, вообще шикарная тема, 15 минут телефон... уже можно, блин, использовать. Уже на полдня вам хватает потаскать его. Чехол очень тугий. Кстати, кнопки на качельке. Но, как бы, мне это не важно. По камере ночного видения. По ночному режиму. Вот, то есть, вот он, ночной режим. Черно-белый. Но это сейчас он засвечивается, кстати, из-за чехла. Кто будет приобретать такой чехол, знайте, что вам придется всегда снимать чехол. То есть, толщина чехла очень большая. Вот здесь, если вы обратите внимание. И идет засветка. Также и вспышки, если не ошибаюсь. Если снять чехол, то... Ух, какой он сразу тоненький. То она начинает нормально снимать. Видите, да? Все видит хорошо, то есть диодики не отражаются от чехла. Я сейчас вам покажу, а то сейчас идет отражение от дополнительного света. Вот видите, смотрите, сразу идет засветка. Как будто в тумане снимаем. Так, что еще? Что еще по этому телефончику можно вам рассказать? Не знаю, может быть, ли... Я не понимаю, или этого невозможно, но вот дата, вторник, 9 августа, вот эту часть только можно настроить, убрать ее никак отсюда невозможно. Это вообще минус настройки. Я не могу понять, почему.
Так, что у нас же еще интересного по данным? Да, в принципе, хороший телефон, громкий, очень хорошая батарея. Пока, слава богу, я его еще не ронял. Нравится то, что над экраном, вокруг экрана есть кайма защитная, пластик выпирает вот здесь. То есть, сейчас пленка прям подклеена под него, вот здесь есть. То есть, каемочка. Но факт в том, что если он у вас упадет вот так на ровную поверхность, да, там на стол, на кафель, если это будет щебень, и он упадет не с экраном, то я не знаю, выдержит ли или нет, но эта кайма его не спасет. Также есть наушники беспроводные Blackview AirBuds 6. Очень быстро коннектятся, очень хорошо играют и очень послушны, то есть по жестам и так далее. Связано ли это с тем, что они одного производителя, либо с тем, что просто наушники хорошие, не знаю. Но коннектится моментально. Только включаешь Bluetooth, только достаешь наушники с кейса, и сразу они коннектятся. Дальше, что еще? Вышел Alcatel, который там 530 грамм весит. Я, конечно, бы, если честно, за него раньше узнал, я бы, наверное, его заказал. Но моделька классная, очень брутальный такой телефончик. Хорошо сидит в руке прям. Не женский, я бы сказал, не женский. Камеры отличные. А, по камерам, давайте еще по камерам пробежимся. По камерам мне не нравится то, что значит, фото, настройки, разрешение 12 мегапикселей, видите, да? Вот, сейчас покажу поближе. Вот 12 мегапикселей, все. Многие, как же включить 50 мегапикселей? И 50 мегапикселей они запихнули во вкладку дополнительно. Вот это вот я не знаю, для чего они это сделали. Во вкладке дополнительно вот не 50 мегапикселей. Лучше бы вы их туда сделали, в основные настройки. Вот включаем 50 мегапикселей. Реально снимает она в 50 мегапикселей. Но лучше бы вы их перенесли вот сюда, в разрешение фото, а в дополнительно сделали все-таки макросъемку. Снимает он хорошо по макросъемке, я вам сейчас секундочку покажу. Я просто уберу, чтобы не видели мои фото. По макросъемке, вот допустим, мне все-таки нужна макросъемка, но вот монета сфотографирована, я не знаю, вам, наверное, вы сейчас ее просто не увидите. При приближении все отлично, но все равно хотелось бы макросъемки. Если, допустим, при родной фото такое разрешение хорошее, все видно, то макросъемка с данной камерой будет вообще шикарная. Я бы, допустим, 50 мегапикселей перенес бы в основные настройки. Так, что у нас? Связь, в принципе, отличная. Очень хорошо работает навигатор, потому что, допустим, тот же Honor 7C у меня очень сильно глючило в некоторых городах Яндекс.Навигатор. А так все хорошо. Нету минус то, что нету 3,5 джек. Мне он хотя бы, хоть и не нужен, но тем не менее есть люди, кто пользуется проводными наушниками. И минус то, что нет все-таки флешки. Нет все-таки флешки. Лучше бы вы сделали бы выбор, либо две симки, либо симка и флешка, нежели вот это все, что нет флеш-карты, и мы не можем использовать дополнительную память. В принципе, все. Телефончик все-таки я советую приобретать, но не по цене Озона. Я не знаю, сколько сейчас он предлагает. Ловите скидки на официальном магазине AliExpress, причем они сейчас, там, если не ошибаюсь, предлагают купон от продавца. Короче, ссылочку оставлю на телефон в описании. Кому телефончик понравился, пишите, заказывайте. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Может, что-то упустил, может, что-то забыл. Микрофоны, кстати, микрофонов здесь 1, 2, 3. Шумоподавление в принципе работает, но ветер все равно слышен. Ну, меня устраивает. Я им снимаю коп. Брал в основном еще из-за батареи, из-за того, что хорошо работает навигация и ночная съемка. Но пока ночной съемкой я ночью не пользовался, в плане того, чтобы на копе снимать в полях в полной темноте. Будет какие-то новости, буду вам рассказывать. А пока переходите по ссылочке в описании, заказывайте. Всем пока, жду ваших вопросов и комментариев.